Уходи, вся жизнь только в начале, яркий свет впереди ждет тебя. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, аллилуйя, Дух Святой мой, это ты, я с тобою повсюду встречаюсь. Когда рву мимоходом цветы и на чей-то поклон отвечаю. Бог, я тебя люблю. Бог, я тебя люблю. У нас такое событие. Люба переезжает из дома. Жить самостоятельной жизнью. Смотрите, сколько она мешков набрала. А я сюда люблю. После парка с бабулей. Вот я им котлетки сделала с макарошками. Наяривают. Ну, что там интересного было? Там была игра. Там еще игры? Мороженое. Мороженое? И еще были. А что там было? Были игры. Мороженка. Там было еще тоже есть раскраски еще в одной лице. Раскраски на лице? Да. Это игра надо. Я хочу. Говори. Победить. Мама, еще там на лошади катаешься. Вот на лошади София. Катались? София? Еще... Ух ты! Ничего я себе! Я понравилось на лошади кататься? И еще там козленок, там все звери, там вот так сделал баран, и за мной бегал. Ты испугался? Да, я быстро бегал и быстро сам. Ну что, вы довольны? Да. Он прыгал. А сегодня целый день не было. Сейчас я их искупала. 8 часов там были. 8? А, да. нам дали мороженое. Ух ты! 6 часов там. 6 часов. Ямин, поделись впечатлением, что там было в парке. Ну, сначала мы думали, то, что там все платно. Мы, ну, там какую-то сладкую вату делали, мы спросили. А это, ну, это платно? Они сказали, да, это платно. Мы стали везде бегать, искать. Ну, и потом мы пошли в пятую школу, там был концерт. И раздали всем мороженое, да. А-а-а. Там про животных то, что их нельзя убивать, их надо защищать. И там даже мальчик там на гитаре песню спел. Понравилось тебе? Да. А потом мы стали ходить по парку, ну, по парку Тараса Шевченко. И мы увидели там очень много людей играют в игры. И мы подошли к мальчику и такие, а это платно? И ну, почему они ну, играют? И он спросил, нет, это не платно, я вам сейчас дам эти, там, какие-то паспорта. И вы должны проходить. Там, да, и проходить разные игры, там тест. Там сначала было, ну, цвета вот так собрать, ну, правильно, по картинке. И я все время успевала, я не знаю почему, там даже взрослые еле как вот так собирают, еле как все делают, а я быстро со скоростью ветра. А потом, через каждых полчаса, такой грузовик приезжал. Зачем? Ну, там было написано «Монако». И там привозили вот такие две коробки мороженого каждые полчаса. И что? Ложили там в холодильник. А что, кушали вы? Да, бесплатно. А ты сколько съел? 12. Как 12? А я 100! Не надо, ля-ля. Я 6. Какие 100? А я 5. А я съел 100. Тебе же мороженое нельзя. Ты много съел? Нет, он всего один съел. Ой, молодец. Правильно, умница. Сколько? Я. 3. Смотри, попробуй только кашлять мне. Не кашляй. Угон сделай. Там еще мой друг был, ну, из церкви Миша, и он съел 18. Зачем так много, мама? А что нам не принесли?
Потому что я хотела вам взять, и там сказали то, что оно слишком быстро тает, по дороге оно растает. Ну, коктейль бы принес бы, тоже попили бы. Ну, в последние минуты я хотела взять, и они как будто специально ушли. Угу, придумай что. Мама, там еще вот это, кружки влияли, все воду набирали, и всем давали пить зверем, а не пили вот так. Мёд с вами пили. Ты не боялся? Мы пришли, там начали играть. Там, короче, была такая игра, называется «Сыр». Короче, сыр? Да. Там много есть этих дырочек. И наверху самая дырочка, которой нужно попасть. А в эти дырочки, которые не нужно попасть, у тебя есть такие две ниточки. И сам такой вот, ну, мячик. Сложно? Да. Но мне, я ни разу не попала в дырочку. Да ты чё? Я попала наверх, так вот сделала, и у меня получилось всё. Ещё там был лабиринт. Лабиринт? Угу. Там, короче, ух ты! Все должны в команде быть, и там мячик запускали. Вот так вот, то, да, туда, вот такая большая. Туда надо двигаться. Все должны вот так вот двигать ниточками. Ну, я смотрю, в восторге. Хорошо поразвлекались. А там еще было из церкви, ну, Таня молодая. Она была по лосо. И я маме никак что? Не попадал. Ну, лосо такое надо попасть, это веревку надо попасть в какие-то там очки. И я мама два раза, в первый раз я попала 20 и 10, это 30 было. А во второй раз я сделал 20, 20 и 20. А потом раздавали номерки, вот. И была, лотерея. И я выиграла. Последняя цифра была такая, и я была. Молодец. У меня были три цифры. Чё ты хотел? Давай говори. Ещё там была картина такая, ещё там были все круглые, и вот эти кружочки, и там кидают монетки. Монетки кидают? Да. А, интересно было? Извиняется к нашей истории, что было в парке, и что же после лабиринта было? Лосо. Что? Лосо, которое там... Там еще была Таня из церкви на этой... А, это уже Вениамин рассказал. Так, далее эти что было? Дальше... Про карточки эти. Круглые. Скажи про карточки. Короче, там женщина сидит, показывает карточку. А если такой домик из этих, надо быстро строить и нажимаешь на замок. Кто первый, тот тому один очок. И что там было? И там я это играл и выиграл три раза на первом. Ну а что там было? Что можно было построить? Да, можно было башенку, можно было вот так поставить. А что угодно, да? Да, что было на картинке. А после? После этого уже были... А еще вот эти вот кружки, карточки, вот эти добл, вот. Добл. Добл? Ты видишь на картинке, что у тебя... Если у тебя есть, там нарисован цветок, и у тебя цветок, ты забираешь эту карточку и еще смотришь. Ну, надо, быстро это делать. И у кого больше, мама, интересно. Еще там был шулинг. Там, шининг? Шулинг. Да, там шулинг. Были маленькие дырочки, да, дырочки и у тебя есть три попытки. И надо так вот так вот. Я попала. У нас шесть попыток. А можешь, пожалуйста, мне дать? Мама, я быстро. Макарон? Хлеб. Ну, возьми сама. Ага. А после шулинга там морской бой, но там его не сделали. Да. И просто так же. Ну, там все были каски. Ну, понравилось? Да, там были еще каски. Эти, на бесплатно заходить. И там козочки, можно гладить их. Там. Да, 10 человек. Мы их кормили травой, мы все горели такие... Короче, все мы выехали, большая коза, и я за ним прям. Но мы еще там взял за рога козу, и она так сделала. И что? Я барана попадал, баранчика, и он вот так. Если ты выполнил эту игру, тебе ставят такую печать, ну, что ты делал. И тебе должны все заполненные игры быть. А потом последствия какой? Результат. Тебя дают. Ты выбираешь или бесплатное мороженое, или кататься на лодке. Подарок. Я каталась, там, короче, такая была большая тележка, и сыр, потому что, короче, я сцену три раза так делал, а потом я взял четвертый паспорт, и я так быстро делал, и там... Ну, уже научился. И там один мальчик сказал на меня, ого, он уже все умеет, он профи.
О, приятно. Зеленая. Видите? Красота какая. И мы думаем, а почему она вот вся зеленая? Нет, я не хотела не зеленую сказать. Почему она вот не захвачена? Ну что тут не делают? Какие-то лазучки интересные можно было сделать. Смотрите. Просто, ну, убрались, ну, тоже отлично, что все почистили. Сегодня 1 июня, лето, наши дети сходили в парк, пришли домой уставшие, легли смотреть мультики, а мы решили с Ладиком погулять, попить кофе и мороженое. Вот, и гуляем по нашему парку, по нашему, как будто мы его приобрели. Вот, но хотим, чтобы тут было красиво. Всего лишь вот так жалко, только вот одна эта лазучка тут есть и все. Ну не лазучка, как называется? Детская, да? Площадка. Площадка такая детская. Хочешь, чтобы побольше было? Вот. Покажи детскую площадку. Я им покажу. Вот еще вторую добавили. Где все визжат, пищат и кричат от восторга. Ты всегда думаешь, или бежать на помощь, или не обращать внимания. Ой, какие красненькие. Ну, вот такой парк интересный. Сколько местности. Зеленый. Можно там... Что там можно сделать? Ну, скажи. Что там можно сделать? Можно сделать вот эти вот вещи, по которым люди всякие полосы препятствий такие на деревьях. А, веревочный городок? Веревочный городок, да. Угу. Да, было бы прикольно. Наши бы сюда бегали тогда с удовольствием. Такие елки у нас. Симпатично. О, скамейку нашу решили присесть. Ты пути водитель на каждом моем пути. Ты дал мне свободу и силу вперед идти. Среди темных улиц ты светом стал для меня. Согрел мою душу теплом своего. Мне не хватит описать. Ты мое дыхание, мой путь.